Так вот, я понимаю, 45 – это годовщина? Мы можем говорить, что это годовщина? 45? 45 – это криминал, с одной стороны. А с другой стороны, это какой-то, наверное, рубеж, наверное. И я иногда сам себе шучу, что дай бог еще следующий юбилей отметить, да, там полтос. Дожить, не попадать ни в какие там исключительные истории, в авиакатастрофы и прочее. Поэтому, ну, наверное, это... Да, это вот 45, смотри. 45. У меня хороший чехол. О, а у тебя нет, понимаешь? Ну, так он, да, мне не положено. У меня браслет с черепками тоже. Я такой более-менее, как мне девушки, да, говорят. А можно чехол-то так, чтобы... Взяли его так, как девушка, режиссер, да, показал. Понимаешь? Да. Вот, да. Как девушка говорит: ой, а мы думали, вам 38. Я такой, я говорю, да мне 35, елки-палки. Если бы сказали 27, я бы, я понимаю. Плюс 10, минус 10, уже не важно. Ну, в общем, жизнь прекрасна. Ну что, на 45 в Сочи, в родной, да? Сочи, да. И в Москве, и в Сочи. Сочи сейчас 2 года назад, до Олимпиады. Я приехал и был в абсолютном ужасе. Бетономешалки, пальмы в пыли, грязь, пробки, ну кошмар. И вот как только прошла Олимпиада, какой-то, знаешь, какой-то космическая произошла какая-то история. То есть ни с того, ни с сего. И так любимый гражданами России город Сочи стал просто какой-то сказкой-конфеткой. И вот когда у меня есть там пару-тройку дней свободных от нашей гастрольной деятельности, я, конечно, туда. Чудо. Кухня отличная, море чистое, канализацию наконец-то вывели. Не прошло 70 лет. Немножко его, конечно, смыло. А вот эти были сейчас, да? Недавно смыло, но это новострой. То, что вот в Адлере, вот все олимпийские объекты, а центр в порядке. Центр, жемчужина. Стоит, да. Жемчужина, ее же хотели снести, не снесли. Стоит прям корабль. Короче говоря, да, Сочи. Москва и Сочи будут отмечать на полную катушку с удовольствием. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».